общем, всем привет, с вами Тимон, это Игра Гейм ТВ. Кто еще с нами? С нами Ваня. Ну, с вами я, да, Ваня. Так, Хантер. Вот, Хантер. Вот он, это и какой-то девочка. Мегалодон, который с нами. Здорово. Да, вот. Какой-то Мегалодон, вообще непонятно. Это Лурс такой, непонятный Мегалодон. Да, выживание. Да, в общем, да. И это упоротое выживание, и мы начинаем. Да. Суть этого выживания заключается в чем? У нас сейчас идет соревнование Тимон, я, Хантер и Мегалодон. Кто продержится дольше на своей крыше в этом, как бы, выживании? Кто-то последний остался живым. Ааа, я зафейлился! Играем, короче, до трех. До трех побед. Да, до трех. Японский крокодил, а что за фигня? Ну-ка, пошел вон. Мою крышу заняли, япона мать! Валим. Давай. Я, короче, с дубиночкой бегаю. Я вообще с этим, что ты хочешь, с ломиком, как истинный Фриман. Да, кстати, сегодня у нас записываю не я, а записываю Тимон. Причем записываю без лагов, что самое удивительное. Я думаю, где эта фигня? Шли вон. Какой экстерминейт? Уйди отсюда, жопа страшный. Ай, не отсюда. Ах, меня скурили. Ой, я не выручу, Тимон. Нет, не выручу. Никто никого не выручает сейчас. Это чисто кто дольше проживет. Да что вас? Так, я первый минус. А, нет, Мегалодон первый. Мегалодон вылез, все. Мегалодон минус. Что до тебя там добрался? Идите нафиг. Ой, Хант сейчас выживет, смотри. Да, Хантер побеждает. Все, Хантер побеждает. Сейчас. Нет, тут я ступил, я раньше вас ломанулся. Что там? Нет. А, ну давайте. Я просто, мне интересно, кто дольше прожив, кто сколько проживет. Ну хотя дольше все равно не проживет. Дольше, чем 3.49, все равно уже не проживет. Хантер победил. Я победил. Плюс. Хантер. У нас пока минус у всех. Ты засранец, вот ты кто. Все засранцы, да. А ты засранец, ты занял мою крышу. Молодец, Хантер, умничка, Хантер. Нет! Это пор, ну ладно. Пошли все вон. Иди в пень. Мое добро, мое богатство. Все, моя крыша у прожектора, я забил. Моя крыша здесь. Моя у прожектора, все, не занимай. А я тебя не спрашиваю. Расстреляю того, кто залезет на ту крышу. Все, договорились. Я с этим согласен. А за случайно я случайно расстреляю из пулемета, ничего страшного. Я в кого-то случайно 150 патронов сажу. Это вот, смотри. Или какая? Да, и как теперь зрители поняли, да, кто у нас самый злобный злодей вообще? Они Хантер. Ну что ж, начинаем, да? Начинаем. Я уже готов. Давайте все в эту комнатку и начинаем с комнаты. Как поляжено, я бы даже сказал. Как всеми наложено, короче. Так, ну. Засранец. Давай, Хантер, пойдем. Я уже забираю. Снова начинаем отсюда. Я бочки раскидаю. А хватит, какие бочки, давай, все, давайте. Раз, два. Три, блять, побежали, нафиг, бежим. Откройте дверь, что за подстава? Что за подстава? Блин, вы меня тупо прищемили дверями, вы понимаете это, нет? Вы тупо меня прищемили, ребят. Так, оп. Ба-ба-ба-бам. Вы сейчас реально достали мне больших лузов просто, жёстких. Блин. Какой экстерминейт, извините, в жопу, парик, блин. Иди нахрен, я вас не звал. Давай, подходи. Жопу. Да, к нам, короче, чувак пишет. Сейчас, это, короче, он тоже с нами будет, вы пока что не обращайте внимания на правый верхний угол.
Потом все поясню. Я ему подпишусь, потом. Видите, тот же танк ко мне сейчас полезет, а он ко мне сейчас полезет, а он ко мне сейчас полезет. Экстрим, ребята, экстрим. О, блин. Мне голодон уйти, нет. Мне, походу, тоже. I'm Gordon Freeman, я много жить. Я сейчас пойду к тебе, ну и эти все зомби на него приагрятся. А если ты подойдешь ко мне, я расстреляю тебя из пулемета. Так, пулемет кончился. Так, все, вот. у меня есть танк. Можете, в принципе, ходить за оружием, если вам это поможет. Только возвращаться на свои крыши. Блин, я бежал, я забил, короче, одну себе крышу, на которой чисто я буду сидеть, она моя. Все, а тот, кто туда зайдет, буду со снапы чисто ложить. Либо с пулемета, сразу говорю. Так, нужно пойти к Тимону и переагрить на него всех зомби. Я тебе пойду, слышь, я тебе сейчас пойду пулеметом по голове. Так, я опять сейчас буду как бы так от кадра. Как бы это фейлово не было, но я умру первым. Так, опять остался Хантер. Он бежит, он прыгает, он стреляет. Он бежит, а ним еще так дальше. Да, я сделал вас. Я на втором месте. Нет, ты умер вторым, кстати. Хантер на втором. Я первый. Хантер же выиграл, блядь. Это сейчас не обращайте внимания, сейчас я просто отпишу сообщение, возможно, это Игорь вылежит. Ребят, сейчас выиграл Хантер. Сейчас Хантеру плюс. Ну ладно, ладно. Так, это. Два балла у Хантера. Если что сейчас выиграет, все, блин, победа и воны. Эпик фейл. А утихомирься ты уже. Так, дробовик, я тебе дам дробовик. Так, а есть предложение, ребят. Поменяться крышами, чтобы все честно. Я на этой, там, где прожектор. Ну это кто как забьет уже, ребят. Это уже. Я уже там сижу, так что она моя. Кто мой лом? Кого застрелить из пулемета? Кто мне лом отдаст? Какого лома, чё, был? Мне бита. Мне железное алиби, у меня бита. Железное алиби, деревянное, я бы даже сказал. Да, деревянное алиби. Ну все, ладно, я тоже биту тогда возьму. А чё? Сейчас я, короче, снайперку возьму, ребят. Я снайперить буду вам, вас прикрывать. Только там, где прожектор, мне оттуда удобнее пробить. Так, все, давайте, ребят, короче, забираемся. Не-не-не, стопы. А, погодите, не, сейчас еще кое-что забыл. Погоди, Ваня, ты на моей крыше. Я забыл одну вещь. А, это твоя крыша, да? Ваня. Подождите, ребят, пожалуйста. Я здесь сижу. Ну, окей, сиди там. Нет, если хочешь, ты можешь занять крышу. Нет, кто кому как повезет, ребят, просто разбегаемся и занимаем крышу. Да, меняемся крышу. Я на свою. Я вот, например, на свою не имею права бежать, сразу говорю. Я туда пойду, любой ценой. Это кто как займет? Кто как займет? Ребят? Если первым занял я, например, да, то все, она моя. Ты уже туда не рванешь. Туда. Ну чё? А, кто что ли, блин, хочу угорать? Японский крокодил, ну что за фигня? Всё, моя идея. Не, я его еще погоняю, я его еще погоняю. Неудачник. Да вообще шикарен. Зато я забрал с собой пулемет. Чё? Вот так. What the fuck? Помогите мне! Ой, Жакей. Ой, Жакей. Ой, танк! Тимон уже минус. Ой, танк! Я минус. Ой, танк! Ой, танк! Так, я понаблюдаю за каждым из вас сейчас. Ой, танк! Угадай, кто поджег танка. Сейчас Хант просто переагрит на себя танка и минусанется. Смотрите, попрыгушка. Ты умер почти там же, где я, только я сейчас в этом здании умер, которое. Если за мной смотрелся Тимон, он видел, какой я сейчас паркур устроил, как я драпал танка. И курильщик такой развернулся и говорит, ну неинтересно, я пошел.
Курильщик отписался от тебя, Ваня. Он подписался на меня. Он отписался. Он хейтер все. Мегалодон пока тут живет, посмотри. Опа! Хантера съел. Хантера съел Хантера. Так, все, Мегалодон. Какая ирония. И давайте посмотрим, сколько он проживет. Да, давайте посмотрим, сколько он проживет. Просто посмотри, сколько он проживет. Не проживет, там, там охотник. Там Хантер, он даже... Хантер придет за ним даже после смерти. Да. Я за ним вылетел. My Little Hunter. My Little Nigga. Нет, My Little Nigga это Игорь. А ты My Little Hunter. Да. Вон танк пришел, сейчас танк не. Смотри, сейчас тыквой прилетит, смотрите. У меня же все еще тыквы стоят. Смотри, эпик смерть. Это эпик смерть. Мегалодону плюс. Интересно, сколько у нас будет уже зависеть? Нету плюсов, и у Мегалодона плюс. Да, шикарно. Я не уступлю ему это место. Не-не-не, не отдам, я тебя загрызу, но О, Фомка. Где моя катана? Здесь мои припасы. Так, идите в щит. Все, я вот сейчас беру неожиданность. Я беру арбалет. Для всех неожиданно. Неожиданно. Ну вообще да, для многих это неожиданно, то что я сейчас взял арбалет. Да, калаш, который арбалет. Ну да. Деревянный хоть. Окей, давайте, я готов. Ел здесь полно оружия. Я не готов. Да. Голодом. Ай. Готов. Вы готовы? Не готовы? Подожди. Нет. Без проблем. А будет весело! Ничего не знаю. Ничего не знаю. Алё, вы что? Вы что делаете, алё? У нас запись идет, слушай. А чего? Мы сейчас под запись выживания делаем. Скоро-то выживание. Блин, жалко, что я не смогу. Если можно будет сбор записать попозже, мы сейчас это в принципе, скорее всего, у нас последний заход сейчас. Как так вообще? Меня сожрали! Блин, за пару секунд! А ты с кем играешь в выживание? Сейчас как раз Мегалодон, Хантер, который у нас ютубовец, и Ваня, администратор канала. Поэтому, да, знакомьтесь. Это человек, который человек. Да, я человек, который человек. Да ты-то причем? Ой, японский крокодил, а ты посмотри. Меня еще не сожгли, а? Замечательно. Ой, как повезло, он сгорел. Это говно идет ко мне, Да ладно, меня спасло, меня что-то спасло. Это я, потому что не мог, ну, прости, да, я знаю, я нашел правил, ну. О, на мать. Ну, нужно продолжать. А ты завтра будешь? Да, завтра да, будешь да, записывать? Да, завтра, нет, завтра не знаю, не в курсе. Во вторник. Ах ты ж блин. Японский да крокодил. Почему меня опять курили? Почему меня опять жаки? Вы упоротые, ребята. А какая карта? Какая карта? Слушай, вот мы сейчас в милосердии. Давай мы тебя попозже подключим, когда сбор будет. У нас будет шестеро. Я просто уже, я уже спать иду. Ясно. Было бы шестеро. Все, давайте. Ребята, живите. Я вас застрелю потом, если вы выживете. Помогите мне! Кто последний выживет, ребят, того застрелю с пулемета. Хорошая у вас перспектива. Эй, мне нужна помощь! Сейчас таки, ребят, сливаемся. Нет, не подумаю, я должен быть под титой. А ты хочешь быть застрелен с пулемета, да? Да. Прекрасно. Специально застрелен с пулемета. 20 хп, 0 хп. Так. Офигеть, меня прилетело, блин. Тыквой, что ли, прилетел? Тыквой по тыкве? Не тыквы налево. Да. Да опять куришь, да что? Не надо. Вали. Офигеть, посмотрите, как замес. Мои сникерсы летят, серьезно, посмотрите. Хан тут минус, да уж? No. Хан решил не получать по щам из пулемета. И Мегалодон побеждает. Чего он подстал? Мегалодон и Хантер. Это все, что вы умеете. Посмотрим, как ты в сборе будешь выглядеть. Так, ну я думаю, это было... Что там у нас по счету? 2-2. Нет, сколько у нас игр сыграно?
их разыграно уже 4. 4? Ну, в принципе, тогда можно закруглиться. Нет, до 3 побед. А, до 3 побед? Да. Нет, просто по времени у нас по времени. Это 4 минуты на 4, это уже 16 минут записи примерно. Так, смотри. Сейчас у нас у Пантера 2 победы, у Мегалодона 2 победы. У нас нет, с тобой не о том, что у нас уже минут 16 записи. Понимаешь? И что, мало, надо больше. Ну, сделаем, давай еще. Так, не, все, я беру Скар и беру ломик. Так, я беру адреналин, и мне этого хватит. Ты будешь бить танк адреналина? Да. Здесь полно оружия. Ой, а где лом? Я не то взял. Я, короче, за место Скара взял пулемет. Бля, тёпа. Так, короче, я беру его. Я ничего не знаю. Я беру Мегалодон. Всё, я первый. Свали. Свали, это я первый. Ты чё, вообще берега попутал? Посмотрите, какие у них там разборки. Но если Мегалодон убьёт первым, это будет мне плюс. Тебе там помочь не голову? Прекрати немедленно, Луис! Смотрите, он умирает, смотрите. Я насчет пулемета, кстати, пошутил, ребята, если что. Слушай, Тимон, можно дать совет? Что мне взять? М-ку, калаш или Скар? А, это уже на твой вкус. Я как бы люблю калаш. Ну так бери калаш. Ну, М-ка скорострельная. Ну возьми. Скотина ты, Ваня, вот ты кто. Слушай, ну это не дело. Смотрите, сейчас, как там весело, посмотрите. А что было правило? Нет, Мегалодон. Тот, кто первый пришел, все, тот победил. Эй, Димеша, мы еще не успели были даже начать. Ну ты же занял ту крышу. Ой, ты Ваня же занял ту крышу. Ваня только был на том прожекторе, а значит, если на крышу он запрыгивает, то тогда занимает. Так он на прожекторе. Потому что идет он лесом. Крыша-то с прожектором. Ты че приперся сюда, слышь, валенок? Вали отсюда нафиг, я же тебя постреляю. Я за катаной. Я занял эту крышу. Иди, это моя крыша. Моя крыша, моя катана, пошел в жизнь. Ты как купил, я не понял, а, говно, блин. Короче, давайте будем разрывать этих как хотим. Давайте друг против друга. Кто кого убьет. Все, у нас война. Друг против друга, охота, убийство, все. Что, дурак? Хантер, конечно, победит, потому что Хантер, он охотник, потому что он всех убьет. Во, я нашел Хантера, ты убил. Японский крокодил, да сколько можно? Ваня, сюда подошел. Кто хочет меня застрелить, тот меня поднимет. Я сказал, поднимет, а не расстреляет. Ты меня тогда убьешь. Вот не доказано, между прочим. Мне нужна помощь. Эй, сволочь, неинтересно так. У меня было мало что. Гори в аду, падла. Вот таких людей надо стрелять, вот которые вот так вот поднимают, а потом бросают. Правильно в группе пишут, таких людей надо отстреливать. Я с ними согласен. А вот теперь подниму специально. Поднимай. Не, поскольку ты секретное слово отгадал. Ребят, давай сейчас реально устроим. Слушай, я ведь разозлюсь, потом бегать от меня будет. Каждый против друг друга. Сейчас бегать. Это против друг друга, мы уже можно сражение просто устроить и все. Нет, давай. Нет, сражение там эти как вот. Смотри, ты умрет. А то чисто люди против здесь стрелялка, все, полный пипец. Ну не просто шикарно, как бы, да. Давайте все, с самого начала начнем, давайте тогда с Ваней. Зайдите. Просто будем драться. Вот. Не вызывая зомби, ничего, просто друга убивать. Сначала разберем оружие, разойдемся по углам. Так, не, в лобби не круто, ребят, в лобби не круто. Почему? Да японам, это я даже самоубийца нормально не могу. Все, мне не дали самоубийца. Ребят, а зачем? Блин, зачем? В лобби-то? А я вас спрашивал, зачем в лобби? В итоге, в принципе, раз мы вышли в лобби, мы продолжим все в следующей серии. А с вами был канал Игрогейм ТВ, Ваня, Хантер, какой-то непонятный чувак, и я тебе пока.